Приветствую, мои дорогие! Сегодня у нас четверг, 25 ноября 2021 года, Владикавказ. У нас сегодня выпал небольшой снег, подморозило, температура плюс 2, ночью минус 1, на улице снимать некомфортно. Я снова снимаю у себя на балконе. Сегодня день Архангела Уриила, огня и света Божия. Так переводится его имя, огонь и свет Божий. Ему молимся о том, чтобы даровал он нам искру огня божественного, чтобы разбудил в нас все лучшие чувства, эмоции, любовь к Богу, чтобы возбуждал нас к любви Божией, к свету, радости, чтобы мы совершали добрые поступки, не унывали. Это архангел просвещения, он покровитель всякого просвещения, всех православных людей, вот ему сегодня молились. Молились мы также сегодня апостолам первоверховным Петру и Павлу, которых мы в четверг вспоминаем каждый четверг, и Николаю Чудотворцу, святителю, любимому нашему русскому святому, можно так сказать. Вот такой у нас сегодня четверг. Всех вас поздравляю с этим днем.